На скамье подсудимых 24-летний Иван Третьяков. По версии следствия, 15 ноября около дома 201 по улице Свободы он совершил наезд на молодых людей 86-го, 90-го и 96-го годов рождения. Все трое погибли на месте. После совершения наезда на потерпевших, будучи участником происшествия, он, бросив автомобиль и оставив потерпевших без помощи, с места преступления скрылся, не выполнив обязанности водителя, предусмотренные правилами дорожного движения, и вернулся обратно, когда там уже находились сотрудники полиции. Кроме того, у следствия есть основания считать, что при совершении преступления Третьяков находился в состоянии опьянения, поскольку при его освидетельствовании были выявлены признаки опьянения. До аварии, которая сломала судьбы четырех семей, Иван работал монтажником на одном из городских предприятий. Проживал в микрорайоне Любимов. Также подозреваемый неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сегодня суд постановил заключить Третьякова под стражу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения», повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Подозреваемому грозит наказание до 7 лет лишения свободы. Mr.